Доброе утро! С вами Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудрый-Воронцов. И сегодня я хочу с вами поделиться своим таким прям удовольствием с самого утра. Это то, что я проснулась у себя дома, у себя в постели. Я безумно рада этому, и я так соскучилась за своим вот домашней, своей домашней обстановкой, своей постелью, своей подушкой. И уже я не знаю, как вам передать, насколько я была просто счастлива проснуться и испытать все эти ощущения, испытать ощущение своей подушки, что она такая комфортная, мягкая и вот именно такая, как надо мне. Вот настолько удобно. Я просто была счастлива, и, знаете, мне сложно было даже встать с постели, мне так не хотелось, это так было приятно и долгожданно, я бы так даже сказала. Это было действительно очень так в какой-то мере наполняюще, да, тем, что вот оно такое мое родное, мое удобное и комфортное. Даже не знаю, как еще вам передать. Это столько удовольствия было вот именно проснуться на своем месте. Я даже не подозревала, что это настолько будет приятно. Я это поняла только когда проснулась утром и поняла, что мне так хорошо. Мне так хорошо, что я вот здесь, что я под своим одеялом, я лежу на своей подушке, и мне безумно хорошо. Мне просто безумно хорошо. И уже я просто не могу вам передать, насколько это было классно. Не знаю, еще открыть глаза, я вижу свою комнату, я вижу там свои орхидеи, которые вот-вот уже зацветет. В общем, я была с утра, с самого утра просто счастлива проснуться в своей постели. А еще я все-таки пересилила себя и встала, полежала какое-то время, наполнилась, скажем, этим чувством и пошла сделать себе утренний свой напиток. Я пью теплую водичку с лимончиком, это очень полезно для ощелачивания организма. Вот, и я налила ее в свою любимую чашку. Я тоже за ней соскучилась, мне так ее не хватало. И я как-то вам показывала ее. Вот она. Вот с этой замечательной такой киской. Мне она очень нравится. И попить с нее вот это какое-то такое вот для меня особенное удовольствие. И что я замечаю вот из таких вот мелочей, которые наполняют нас вот такими ощущениями. То есть то, что нам нравится, приносит удовольствие. Казалось бы, это просто там своя подушечка, одеяло, свое место, это любимая чашечка, да, там напиток какой-то. И это уже настолько заряжает, и настолько, ну, меня радует. И вот на контрасте, когда побывав там в гостях, там было очень хорошо, приятно и комфортно, и, ну, я очень благодарна людям за предоставленный вот и комфорт, и заботу, но свое вот родное какое-то место, оно, ну, вот по-другому ощущается, оно по-другому наполняет, вот оно, туда просто вложено вот свое что-то, туда вложено много